Салют, братишки и сестренки, у микрофона Мистер Ки, и это шоу «За чайком» на Diamond Throwaway. Чем мы будем заниматься с вами сегодня? Для начала играем мы на Diamond Sapphire, кто, может быть, не заметил. Чем мы будем заниматься с вами сегодня? Для начала я хочу снять деньги со своего счета. Добрый человек с ником Дмитрий Гир вновь мне перевел 42 почти тысячи на мой счет, поэтому сейчас мы их снимем. Огромное тебе еще раз спасибо. У нас уже почти под сотку на руках. И для начала хочу я съездить все-таки в магазин одежды и прикупить себе более солидный скин, потому что этот скин за 1000, и неохота мне в нем продолжать бегать до сих пор. Все-таки играем уже не первый день. А далее поедем в яблочный сад, про который я вообще ничего не знаю, но мне посоветовали съездить туда, поскольку там можно заработать много денег. Ну, посмотрим, так это или нет. Магазин одежды в Сан-Фьер находится вроде как в центре. Надеюсь, здесь они тоже находятся в центре. Бизнесы здесь развиты очень хорошо, поэтому я думаю, там задействованы все магазины, и труда найти их не составит. Надеюсь, по ценам там более-менее хороший скин тоже будет. Вот первый магазин уже вижу. Не знаю, чем они сильно отличаются друг от друга. Давайте зайдем. Может быть, здесь на вход какая-то сумма определенная стоит. Нет, здесь бесплатный вход. Где покупать одежду? Вот тут, наверное, да. Так, вот самое интересное, что на Diamond RP скины бомжа тоже продаются. Это реально странно. Давайте сразу посмотрим скин где-нибудь за 50 штук. Вот, кстати, вот этот скин мне нравится. Нет. Ну, это уже дорого. Я мог бы купить этот скин, но мне он не так привлекателен, как какой-нибудь подешевле. Скин фермера я тоже не хочу покупать. Ну ладно, в принципе, я выбрал себе скин. Можно либо вот этот купить, потому что он в панамке, либо вот этот. Куплю я этот все-таки. Все. 43 тысячи мы за него отдали, еще 54 у нас остается, все отлично. Теперь направимся в яблочный сад. Машинку мне пришлось арендовать, это не моя машина, если что. Яблочный сад, где он находится? Давайте пробьем по GPS. Наверное, работает, да? Шахта, лесопилка. Работа, сборщик яблок. Все. Думаю... Я, в принципе, догадываюсь, где находится. Нет, не догадываюсь. Ну, хорошо. Ехать туда долго. Увидимся на месте. Приехали мы на место. Я уже вижу здесь много маппинга. Интересно, в чем же будет заключаться работа? Точнее, не в чем будет заключаться работа, а что именно нужно будет делать, и насколько она интересна, и как здесь много платят. Так, тихо. Так... Наверное, зайти надо, да? У вас нет доступа к этому бизнесу. Понятно. Если сюда. Оплата за один собранный килограмм фруктов $105. Хорошо. Так, хорошо. Я так полагаю, это какая-то работа для новичков, скорее. Потому что... А что делать-то надо? Нажмите Enter для сбора яблок. О! Прикольно. А что делать? Как собирать? Здесь, по-моему, нет яблок вообще, да? Давайте к другому дереву подойдем. Я так полагаю, здесь на этом дереве должны быть яблоки, да? Но... Что-то их как-то... О! Классно. Прикольная работа. И долго ты будешь собирать? Вы не достали до яблока, используйте лестницу. Лестницу? Здесь еще лестницу надо ставить? Что? Ну...
честно говоря, серьезно, что ли? Какую лестницу? Откуда ее взять? Ясно, короче. Давай к другому дереву. Ну, мне кажется, меня обманули с стоимостью, потому что... Ну, хотя, ладно, посмотрим сейчас, сколько я смогу заработать. За 10 килограмм мне заплатят, получается, около 1000 с лишним. Это рандом, что ли? Я не могу понять. Кстати, вот яблоки тоже растут, смотрите. Классно, мне нравится. Только вот с лестницей, конечно, ужас полный. Потому что на какую высоту я не кликал, везде нужна лестница. По-моему, это чисто рандом. Про лестницу я ничего не знаю. Может быть, там ее и надо где-то взять. Ну, сейчас отнесем эту партию и посмотрим. Значит, лестница. Но мне кажется, это чисто рандом. И никакой лестницы здесь нету. Круто было бы, если бы еще яблоки появлялись в моем вот этом поддоне. А то он как был пустой, так и остается пустым. Так, еще 3 килограмма. Хотелось бы сорвать их все здесь, но... Что-то я не думаю, что у меня получится это сделать. Работает, кстати, много людей. Не знаю, все-таки с первого уровня это или нет. Есть даже нон-РП ники, поэтому, скорее всего, так оно и есть. Все, последний килограмм остался. И несем сдавать. А, вот смотрите, кстати, все-таки поддон изменился под конец, когда я собрал все 10 килограмм. Классно. Нравится мне эта работа. Вот эта работа сделана реально круто. Не думал, что на Даймонде есть такое. Все, вытащил меня администратор. Благо, быстро отреагировал. Хорошо. Вот когда я играл бы на сам ПРП, меня нахер послали. Или кикнули. А, кстати, пока я там был застрявший в лестнице, все дерево с моими яблоками, которые я нашел, забрали другие люди. Странно, здесь погода меняется. Очень переменчивая она. Я так полагаю, мою лестницу никто, кроме меня, брать не может. Это круто. Так, здесь есть яблоки? Нет. А яблоки, кажись, все-таки появляются рандомно, потому что никакой закономерности я не вижу в их появлении. Чисто по рандому, случайным образом. Давайте ищем деревья с яблоками. Яблоки. Вот тут вроде как есть яблоко или нет? Да, есть. Много яблок есть. Только лестница там стоит, надо на нее взобраться. Но у меня почти заполнилась... А, вот все, заполнилась у меня корзина целиком, поэтому... Не... Так, а я могу лестницу-то свою забрать? Ладно, оставим ее здесь тогда. Раз не могу взять ее, то оставим здесь. Чтобы времени не терять. Ну и что же, у нас уже 2100 заработка. По-моему, весьма... неплохо. Будем продолжать работать. Долго я бегаю здесь уже минуты две вокруг всех деревьев и не могу найти дерево с яблоками. Поэтому давайте съездим на другую плантацию. Заработал я 2300 где-то, наверное. Арендованная машина. Так. GPS. GPS, работа, вот, сборщик апельсинов. А, кстати, совсем рядом. То есть, далеко ехать не придется. Без проблем сейчас. Поработаем еще и сборщиком апельсинов. Принцип здесь, я так полагаю, такой же, поэтому мы уже все знаем. Но с апельсинами, надеюсь, все получше обстоит. Хватит здесь столько же. Вот и погода улучшилась, прям для нас. Вот как раз таки и апельсины. Но только надо взять еще лестницу. Без ли... Серьезно, у меня все это время лестница была с собой. Баги Даймонда. И работы здесь, кстати, работает здесь меньше людей. Что... Опять застрял в лестнице. Это пипец.
Надо уже как-то знать, как она будет вставать. Два. Я, по-моему, только 1 килограмм сорбал. Куда моя лестница девается? Короче, ясно. Баги Даймонда на этих апельсинах. Ну ладно. Попробуем пережить. Пока все нормально идет. Работает меньше людей. По крайней мере, я пришел, здесь работает всего 3 человека. А зато... Что ты закрываешься? Зато апельсинов дофига. То есть все почему-то на яблоках сидят. А здесь пока никто ничего не собирает. Надеюсь, это не просто так. Ну и деревьев здесь, кстати, тоже меньше намного. Так, все, собрали мы это дерево. Нам надо еще где-то найти 3 килограмма. Давайте поищем деревья с апельсинами. Вот тут есть апельсины. Ни хрена тут апельсинов. Слушайте, что я там на яблоках делал? Здесь намного удобнее работать, здесь и бегать меньше, и апельсинов дофига. Непонятно, что я там на яблоках забыл. Ребят, идите работать на апельсины всегда. Мой вам совет. По крайней мере, на сапфир. Точно не ошибетесь. Конечно, то, что с лестницей у меня там такая беда произошла. И она у меня пропадает. Это не круто. Ну ладно. Собрали мы уже еще один поддон. Заработали мы еще 1000. Мне ее платят сразу? Да, да, мне ее платят сразу. Отлично. Давайте возьмем лестницу все равно еще разок. Что-то здесь много людей уже увеличивается. Кажись, все с яблони решили на апельсины перейти. Давайте к нашему старому дереву. Там еще дофига всего. Опять застрял в лестнице. Все. Это мое дерево, ребят. Сюда не подходим. Хочу его полностью себе собрать. Слушайте, классная работа все-таки. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Это еще и бизнес. Типа как ферма. На том же самом ПРП. Но работа здесь в любом случае интереснее, чем там. Не знаю, от чего здесь зависит погода, но она уже поменялась раз 5 точно за то время, пока я работаю. Здесь такой рандом или что? Господи, как здесь на апельсин-то мне везет? Офигеть. Просто жесть. Я за то время, пока там бегал на яблоках, здесь успел собрать за... Неправильно говорю. За то время, пока я собирал один поддон на яблоках, здесь я уже собрал 2 и уже вовсю собираю 3. То есть прям намного быстрее дело идет. И думаю, 20 тысяч здесь реально за час заработать. Это очень хорошая работа так-то. Лучше, чем там автобусник или еще что-то. Правда, быстро наскучивает, конечно, быстро наскучивает. И бота на эту работу, я так полагаю, нету. Потому что поставить бот на... сделать бот на эту работу, я даже не знаю, нереально. Из-за тех здравов. Все, 2 апельсина здесь осталось. Круто, круто. Ну что ж, ребятки, хорошо мы сегодня поработали. Заработали, у нас оставалось 54, сейчас уже будет 60. Так что заработали мы 6 тысяч. Отличная работа, реально всем советую. Она крайне легкая и крайне... крайне прибыльная. Вот, так что всем советую. Ну, разумеется, спасибо, что посмотрели эту серию. Поставьте ей лайк, подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. И удачных вам игр, ребята!